Зрители, вас приветствует Макаревский культурно-спортивный комплекс «Ветлуга» и наш основной творческий коллектив. Есть на земле Нижегородской простое русское село. Прекрасной красотой небрусской Макарев называется оно. А сейчас для вас прозвучит стихотворение в исполнении автора Курковой Антонины. Мое село стоит, и землю православную небесный дух хранит. И люди все знакомые, и жизнь в селе любит. И что не происходит здесь, я помню каждый миг. Прошли годочки славные, я выросла давно. Макарий мой, ты милое село. Все улицы знакомые, и дом здесь мой родной, и речка, что Ветлугою зовется с давних пор. Чуть-чуть все изменилось, но я тебя люблю, Макарий мой, другого не найду. Березоньки кудрявые, и яблони в цвету, и церковь здесь по-прежнему.